Мы пришли в отель Лавендер. Сейчас покажу вам. Идет дикий дождь, наша группа вся. Вся в дождевиках. Так выглядит проход к номеру. Проход, напоминаю вам, что в отель Лавендер. В отель Лавендер через застройку. И напоминаю вам, что в этот отель мы идем пешком от стоянки Регалии. То есть туристы идут со всеми вещами, никто не помогает. Я сомневаюсь, конечно, но он сказал, что есть. И, кстати, у Лавендера нету своего пляжа, то есть мы ходим на общественный и платим за зонтики, лежаки и шезлонги, если они нам нужны. Мы зашли в номер Лавендер. Сказали нам, что это делюкс. Это, кстати, чей-то номер. Здесь кто-то живет. Нас пустили. Вот такой у нас вид из окна. О, с другой стороны. Вот такой. Здесь кто-то живет. Это чей-то номер, да. Да. Сейчас мы зайдем. Ой-ой-ой, слушайте, ну тут, конечно, тесняк. Вообще тесно. Первый номер мы смотрели без окна. Сейчас тоже пойду гляну. Ой-ой, ребята, ну тут здесь вообще не повернуться. Чья-то рубашка висит. Какой-то, в общем, запах. Ну, душевая кабина есть, но, видимо, она протекает, потому что снизу лежит полотенце. Как-то, ну, совсем вот, совсем не развернуться. Вот он весь номер. И вот стандартный номер в отеле Лавендер. Телевизионная зона. О, какой-то запах неприятный в номере. Что? Здесь шкаф. Очень плохо видно сейф. Ой. Все скрипит. Шкаф скрипит. На стенке, видимо, был подтек. Окна нет. Ну, тут, кстати, немножко просторнее, чем в предыдущем номере. Ну, хотя бы можно как-то повернуться, но запах какой-то очень такой, ощущение, что в номере курили. Мы поднялись на самый верхний этаж. Отель Лавендер. Это ресторан. Сейчас она откроет окошко, чтобы было виднее. Еще, видимо, не прибрали что-то с завтрака. Секция небольшая. О, я тут запыхалась, пешком шли на последний этаж. Ну, тоже чем-то, ну, слушайте, какой-то запах, не могу. Ну, вот. О, кто-то спит. Вот так это все дело выглядит. Короче, для непривередливых вариант 100%. Городской, да. Номера крошечные. Если вам в отеле только переночевать, то только в этом случае. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.